Так. Може ще чи звінуть? Це какого? Можна буде вставляти розетку, ну, виключити. Ну, так, щоб нічого не портить, нічого. Ну, оно будет это, автомат, который, он не будет такой, что включить питание, и у вас EcoFlow стоит. Он будет просто как переключатель. Ну, вот так, я понял, то есть, там, грубо говоря, стандартно будет. Да, он будет, да. Это сверху. Там три положения будет. По центру это ноль, ну, выключено. Вверх, допустим, это включено питание у вас с облэнерго. А вниз, когда переключаете, отключается питание с облэнерго, и включается соединение с этой розеткой, чтобы подключить EcoFlow. Ну, так как, чтобы не было такого, чтобы все отключили, и у вас пошло питание туда. Это будет типа вилка-вилка-вилка. Да, да, вилка, да. Туда? Да. Здесь она будет. Ну, по-моему, должно влезть. Получается двойной автомат и тоже такого плана розетка. Тут надо только подвигать все в стороны. На левую шину и этот. А у вас не генератор, не бензиновый, а... Нет, нет, это все. Чтобы у вас при отключении света был свет во всей квартире, то есть как должно быть, ну грубо говоря, что есть, что нету, а ну чтобы не делать типа например вилкой и розеткой, снимаю это опасно, чтобы через счетчик, ну тут уже смотрите как лучше, либо там вилку, либо там розетку. Ну можно в принципе в розетку включать его. То есть здесь будет просто переключатель, не такой, как, допустим, у вас вот здесь стоит, там, вкрыл-выключил. А будет тройной такой, там, три положения. Нет. Ну, наверное, уже смотрели уже сами в интернете, как это делает. Я смотрел, там, типа, то есть, ошибочного такого, как понятия, допустим, выключили вилка-вилку, как у них там написано, что запрещено, и забыли выключить автомат, и включили питание, и у вас EcoFlow сгорело. Такого не будет, потому что там будет специальный автомат, который будет, ну, переключать. Подавать питание либо так, либо так. То есть обратки не будет в любом случае на него. Я понял. Прям так. Можно будет прямо сюда включать, в эту. Чтобы не заморачиваться. Ну, чтобы не ставить здесь. Потому что физически может не влезть сюда этот розетка. А если. А автомат влезет один. Двухполисный. А нельзя с автомата шнур пустить с вилкой, типа. Ну, как... Не, ну хотите, чтобы просто висел провод тут посреди? Я так изначально думал, что провод-то будет, я его сюда запрячу, и он тут будет лежать, пока он там типа не понадобится. А когда понадобился, открыл... Ну, можно и так, в принципе. Ну, тут... Ну, давайте так, не проблема. Так. По идее, оторваться ничего не должно, даже если там... Ну, просто провод с запасом. Ну, можете просто его сюда вот так вставить, там, на резинку туда деньги обычные, все, деньги там с этой, положить это аккуратно и закрыть, да, и все. Ну, да, я, в принципе, там, грубо говоря, пару метров провода надо с вилкой, да и все. Я понял, сейчас открою, посмотрю, как там все соединено. Если отключить квартиру полностью, можно Не надо. Ну, если надо будет, сам. Я скажу, что буду отключать.
принципе, все ясно.
Молодец. Тут еще почти 18 миллиметров. Thank you.
Так, если там питание, буду выключать. Там? В подъезде выключу, пойду. Можно, да? Да. Угу.
Это у нас.
Так, я включаю свет. Сейчас. Короче, смотрите, расскажу вам. Вот этот пулемет, это вводной автомат, его вообще можно не трогать. Вот этот вот. Когда по центру, получается, ну, вы не можете питание ни на какого подать, ни с этого взять. Ну, как только переключаете на... Когда свет вырубили, лампочка здесь погаснет. Переключаете сюда, тогда можете уже подключать вот эту вилку к своей кафолу. Ну, если, допустим, вот свет вырубили, видите, что света нету, лампочка погасла, вы переключились, там ходите туда-сюда, потом думаете, ну, зайду гляну. Если лампочка светится, тогда можете спокойно брать этот раз, два, и переключаться на основное питание. Я понял, ну, ключку класть только вот этот крайний слева. Да, вот этот. Ну, а вилку? А вилку туда вставили, и все, в ЭКФО. Ну, сейчас пока можно просто ее сложить. То есть она безопасна, можете там, ну, не бойтесь ничего. Ну что, можем сейчас проверить даже. Так. Сейчас включен он, да? Увидели, что лампочка светится, значит, уже получается питание в дом подали уже. Подходите просто и переключаете. И все. Ну, ничего ему не будет. Нет. Ну, все, в принципе, можно отключать.